Раньше легковушки и мототранспорт старше 4 лет обязательно проходили техосмотр. Автомобили возрастом до 10 лет раз в 2 года, старше раз в год. С этого года проходить техосмотр по-прежнему нужно, но не всем. В законе появилась новая формулировка. Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не подлежат техническому осмотру. При соблюдении этих условий не обязательно проходить техосмотр, даже в случае с возрастным транспортом. В случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции или заменой основного компонента транспортного средства, наличие оформленной диагностической карты также необходимо, вне зависимости от года его изготовления. Данная диагностическая карта должна быть действующей и содержать заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности. Полицейские обращают внимание, что данное требование не будет распространяться на прицепы к легковым автомобилям, принадлежащим физическим лицам. Однако при получении государственной услуги по регистрации транспортного средства и ее предъявлении на бумажном носителе не требуется, так как проверка наличия действующих диагностической карты осуществляется с использованием единой автоматизированной информационной системы технического осмотра. Отсутствие в системе информации о действующей диагностической карте является основанием для отказа в совершении регистрационных действий. Проверить сведения о наличии действующей диагностической карты в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра можно самостоятельно на официальном сайте Госавтоинспекции gibdd.rf.